Гороскоп на 19 марта 2024 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. Во вторник Овну приходится преодолевать разнообразные трудности, самые серьезные из которых является ваша собственная лень. Именно с ней справиться почти невозможно, разве что кому-то удастся увлечь вас необыкновенно интересным и перспективным проектом. Но даже если трудиться вы будете без особого энтузиазма, это едва ли вызовет негативную реакцию со стороны руководства. Со всеми срочными делами вы худо-бедно справляетесь, а большего сейчас и не требуется. Для начала новых отношений это не самый подходящий день, поскольку вы предъявляете к окружающим слишком высокие и часто противоречивые требования. Близкие люди отнесутся к этому с юмором, а вот новые знакомые могут быть неприятно удивлены. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овнов сегодня будут занимать не столько собственные проблемы, сколько заботы друзей и знакомых. Вы окажетесь в курсе любовных драм, которые произошли в вашем окружении, и выступите в роли миротворца. К контактам в этот день лучше подходить избирательно и осторожно, так как существует риск, что вас завалят своими проблемами совершенно посторонние люди, с которыми вы едва знакомы. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Для Овна сегодня не будет ничего важнее собственного мнения и отношений с любимым человеком. Хотя про основную работу забывать не стоит. Если упустите возможности, то уже не наверстаете упущенное в личном бизнесе и торговле. Гороскоп рекомендует Овну быть внимательнее к людям, с которыми вы недавно познакомились. Вас могут обмануть, предать, втянуть в авантюру и даже обворовать. Гороскоп «Дом» на сегодня. Хаотичный, полный дисгармонии день, символизирующий жизнь. Овны могут быть полностью поглощенными своим собственным «я» и заняты только самим собой. Вы должны понимать, что позиция эгоцентризма губительна, что ваши интересы тесно связаны с интересами окружающих. Унижая их, вы унижаете себя. Личный гороскоп на сегодня. Расположение звезд не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность, практический подход к делу и умение принимать верные решения. Не исключены мелкие недоразумения с партнерами или коллегами по работе, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее. Вторая половина дня благоприятна для семейных отношений, новых знакомств. Общение с лицами противоположного пола будет успешным. Во вторник тельцам лучше воздержаться от рискованных экспериментов и участия в каких-то авантюрах. Действуйте осторожно, и тогда звезды помогут вам добиться успеха. Многим тельцам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака быстро найдут путь к цели. Следите за своими вещами. Сегодня они могут самым странным образом теряться, пропадать неизвестно куда. То же касается и важных документов. Вечер – подходящее время для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. На это время лучше не планировать никаких утомительных дел. День оказывается довольно приятным, хотя и не слишком многообещающим. Вы с удовольствием занимаетесь привычными делами и с любопытством беретесь за новые проекты, хотя и стараетесь не принимать важных решений, избегать ситуаций, требующих проявления самостоятельности. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. В первой половине дня тельцы почувствуют, что некоторые планы, составленные задолго до этого времени, способны внести коррективы в текущую жизнь. Поездки, важные переговоры и встречи лучше назначать ближе к вечеру, так как в это время ваше обаяние и уверенность в себе возрастут, а значит шансы на успешное завершение дел будут довольно высоки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Во вторник Телец решит выполнить работу в авральном режиме. Предстоит пережить немало волнительных минут, общаясь с любимым человеком. Налаживайте отношения с коллегами, иначе ваш недавний конфликт дойдет до начальства. Можно обращаться в вышестоящие инстанции и дать ход судебному процессу. Вечером Телец будет вне себя от новости, которую узнает от близкого друга. Гороскоп «Дом» на сегодня. В этот день тельцам будет нелегко собраться с мыслями, сосредоточиться на каком-то деле. Стоит немного отдохнуть, оформив отпуск. Вы прекрасно проведете время и насладитесь общением с близкими людьми. Личный гороскоп на сегодня. Опасный сатанинский день. Эмоциональный туман, искушения, лживые обещания.
в семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Сильная раздражительность может вызвать в вас желание нагрубить или обидеть. Постарайтесь воздержаться от этого. Крики, плач во сне или наяву – дурной знак, предупреждение о неверном направлении. Во вторник близнецам день обещает перемены к лучшему и приятные события. Открываются новые перспективы, вы не растеряетесь, сумеете воспользоваться открывшейся возможностью. Удачными будут деловые контакты, хорошо пройдут даже переговоры, от которых вы не ожидали ничего особенного. Не разочаруют романтические свидания. Легко будет найти общий язык с любимым человеком, причин для разногласий не возникнет. Вечер – отличное время для того, чтобы сходить в театр или в кино, или просто прогуляться в хорошей компании. День связан с началом нового жизненного этапа, переменами в мировоззрении, появлением новых привычек и отказом от старых. Порой вы слишком спешите, например, когда принимаете решение о разрыве давних деловых отношений, но непоправимых ошибок все же не допускаете. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Сегодня днем близнецы могут начать испытывать небольшие материальные затруднения. Возможно, что вас ожидает разочарование и смена мнения о ком-то из близких друзей, но в открытый конфликт эта ситуация не перейдет. Вечером будет возможность наладить романтические или супружеские отношения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака близнецы. Если близнецы в этот день проигнорируют работу, то в ближайшее время могут даже не рассчитывать на прибыль. В личной жизни тоже не все так безоблачно, как хотелось бы. Усмирите свою гордыню и не идите на поводу у слабостей, тогда отношения с избранником станут гармоничнее. Гороскоп советует близнецам обратиться к врачу, если они почувствуют даже малейшее недомогание. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вы можете быть нетерпеливы, импульсивны, много болтать и вести себя опрометчиво. Спокойно реагируйте на критику. Может быть, кто-то считает вас мошенником и симпатичным жуликом, но жизнь была бы скучной, если бы рядом с нами не было такого человека. Личный гороскоп на сегодня. Расположение планет по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Коммерческие дела не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня. Во вторник раку нужно запастись терпением, оно вам пригодится. С окружающими нелегко найти общий язык, порой кажется, что они специально выводят вас из равновесия. Вы стараетесь сохранить хорошие отношения со всеми, но иногда резкие замечания все же срываются с языка, и тогда может вспыхнуть ссора. Будет шанс получить важную информацию, причем из какого-то совершенно неожиданного источника. Даже слухи и сплетни могут оказаться полезными, если, конечно, вы не поленитесь проверить их. Во второй половине дня возможно недомогание, постарайтесь избежать перегрузок, берегите себя. Это очень противоречивый, неровный и беспокойный день. Ваше настроение нестабильно, и в этом нет ничего удивительного. Картины дня постоянно меняются. То и дело возникают новые обстоятельства, которые нельзя не принимать во внимание. Вам не помешает поддержка опытных людей, мудрые советы старших. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки в этот день имеют все шансы для того, чтобы наконец найти свою вторую половинку. Не бойтесь проявлять инициативу и делать первый шаг. Этим вы продемонстрируете предмету своих симпатий, серьезность намерений и ответственное отношение к чувствам, и сможете рассчитывать на ответную симпатию. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. В этот день Рак будет, как никогда, открыт и общителен даже с незнакомыми людьми. Хотя осторожность не помешает. Иначе предстоит череда разочарований в личной и профессиональной жизни. Во вторник возможна дальняя поездка, связанная с работой и новыми контрактами. Раку можно смело писать заявление на отпуск, а также собирать чемоданы для путешествия. Гороскоп «Дом» на сегодня. Некоторые раки отойдут от дел, ощутив настоятельную потребность обдумать свое положение, отдохнуть от суеты, определиться с планами на будущее, укрепить здоровье и нервы. Личный гороскоп на сегодня. Если вы стремитесь к переменам, то многое может удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятно, случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни. В этот период вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.
Во вторник львы могут многого добиться, если проявите настойчивость. Не отказывайтесь от своих целей и планов, даже если не все будет идти так, как ожидалось. Вам по силам преодолеть преграды, возникающие на пути, решить все возникающие проблемы. Однако старайтесь не давать никаких обещаний, выполнить их будет трудно. Не исключены неожиданные поездки, которые окажутся интересными и приятными. Вы сможете не только хорошо провести время, но и завязать полезные знакомства. Финансовая картина благоприятна, вероятны удачные покупки и выгодные сделки. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы сегодня будут с огромным удовольствием общаться со своими домочадцами и родственниками. Впрочем, временами ваши эмоции будут хлестать через край, и тогда существует риск конфликта. Для того, чтобы не обижать своих родных и не провоцировать скандал, сдерживайте свои чувства и не позволяйте себе резких и обидных выражений. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Лев. Гороскоп советует Льву полностью заняться улаживанием конфликта с близкими людьми. Если с финансами все обстоит плачевно, то постарайтесь найти дополнительный заработок в интернете. Практичность в делах поможет вам реализовать давние планы. Но если Лев будет часто демонстрировать свое превосходство перед коллегами, то совместной и плодотворной работы не получится. Вечером ждите приятного сюрприза от избранника. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня львы будут расположены к авантюрам и риску, кто-то предпримет попытку поправить материальное положение за счет участия в азартных играх, но вряд ли им улыбнется удача. Зато можно стать жертвой мошенников. Не поддавайтесь соблазну легких денег. Если вы проиграете значительную сумму, которую выплатить будет трудно, вам придется брать на себя какие-то кабальные обязательства. Тогда надолго придется забыть о развлечениях. Личный гороскоп на сегодня. Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность, что приведет к раздражительности. Критические замечания в ваш адрес могут накалить атмосферу до предела, и тогда вашим противникам придется узнать силу вашего гнева. Однако ваш практический подход к делу, умение принимать верные решения и незлопамятность вернут отношения в приемлемое русло. Вторая половина дня благоприятна для семейных отношений. Общение с лицами противоположного пола обещает быть успешным. Можно проявлять инициативу в личных отношениях. Она будет встречена благосклонно. Жизненный тонус высок, несмотря на серьезные нагрузки. Вы полны энергии и излучаете оптимизм. Во вторник девам нужно быть осторожными и внимательными с утра. Это время испытаний. Трудиться придется больше, чем обычно. Не просто будет достичь поставленных целей. Союзники, на которых вы рассчитывали, будут слишком заняты собственными делами и вряд ли смогут помочь. Но после полудня ситуация начнет меняться к лучшему. Появится шанс добиться успехов в работе, а в некоторых случаях и подняться по карьерной лестнице. Близкие будут рады вашим достижениям и с удовольствием поддержат вас во всех начинаниях. Вечер подходит для романтических свиданий. Любовный гороскоп на сегодня для дев. Девы сегодня смогут с головой погрузиться в учебу и расширение собственного кругозора. Посещение лекций, консультаций и курсов повышения профессионального мастерства принесут вам массу новых знаний, интересных знакомств и ярких впечатлений. Попытки достичь гармонии в личных отношениях оказываются безуспешными, но кое-какие острые углы сгладить можно. Не стоит сразу делиться всеми мыслями, которые приходят вам в голову. Сдержанность в высказываниях существенно снизит вероятность конфликтов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Во вторник Дева всерьез задумается о своем здоровье. Не занимайтесь самолечением, особенно если вас беспокоят хронические заболевания. Для путешествий не самое лучшее время, тем более, что многие документы еще не готовы. Одинокая Дева может познакомиться с человеком, в которого страстно влюбится. Только не стройте далеко идущих планов, а больше доверяйте голосу разума. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, что сегодня всякое инакомыслие и непонятные вам поступки ближних будут оскорблять ваши чувства. Не стоит предъявлять чрезмерные требования к близким, укорять их за мелочи и непонятные вам мотивы поведения, иначе вы рискуете прослыть ханжой и занудой. Личный гороскоп на сегодня. Расположение звезд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером. Ложные обещания или неосмотрительные поступки приведут к слезам и обидам.
Возможно, небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей. Во вторник весам день подходит для любых встреч. Можно обсуждать рабочие вопросы или личные дела. В любом случае это окажется полезным. Хорошо понимая, чего хотят и о чем мечтают окружающие, вы не упускаете возможности порадовать их, оказать необходимую помощь. Вероятно, начало сотрудничества, которое окажется выгодным и для вас, и для ваших партнеров. Удастся решить организационные вопросы, быстро оформить документы, подготовить все, что нужно, для начала какого-то важного дела. Вы не тратите время зря, поэтому успеваете больше, чем представители других знаков. Не исключены разочарования, мелкие трудности, которые подорвут вашу веру в себя. Критика в ваш адрес будет весьма жесткой. К ней, тем не менее, следует прислушаться. Можно услышать нечто полезное. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Во вторник весам следует назначать все жизненно важные встречи на вечернее время суток. Сегодня возможна отмена ранее назначенного свидания или другого, не менее приятного мероприятия из-за рабочих обязательств или внешних факторов. Не расстраивайтесь, ведь завершив все свои дела, вы сможете наверстать упущенные приятные мгновения. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Сегодня Весы получат внушительную прибыль, поэтому сразу же решат пройтись по магазинам. При выборе товара обращайте внимание на его качество и модные тенденции. Иначе покупки вас больше огорчат, чем порадуют. Гороскоп рекомендует Весам организовать отдых на природе, с семьей и друзьями. Свежий воздух, купание и пляжный волейбол пойдут на пользу вашему здоровью. Гороскоп «Дом» на сегодня. Влияние планет негативно скажется на самочувствии. Вероятнее всего плохое настроение, упадок физических сил. Вас одолеет сонливость, забывчивость. Не лучшее время для походов по магазинам, покупки компьютеров, бытовой техники, мобильных телефонов и более дорогих вещей. Лучше всего провести свободное время в кругу семьи, занимаясь привычными делами. Личный гороскоп на сегодня. Сегодня лучше не заниматься трудовой деятельностью. Не стоит совершать поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятно обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции. Во вторник для Скорпиона день складывается непросто. Не сразу удается разобраться, что происходит, найти настоящую причину проблем, которые беспокоят и вас, и ваших близких. Нужно обращать внимание на мелочи. Даже то, что сейчас кажется незначительным, может позже сыграть важную роль. Нужна разборчивость в контактах. Особенно осторожно будьте с новыми знакомыми. Они многое обещают, но далеко не всегда всерьез собираются держать слово. Нежелательно делать покупки в спешке. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионам сегодня будет удаваться далеко не все. Несмотря на внешнее обаяние, интеллект и чувство юмора, некоторые неприятные факторы, способные испортить настроение, вы вряд ли преодолеете. Однако ближе к вечеру многие препятствия падут, будто сами собой, и вы, наконец, сможете осуществить все планы, которые наметили на сегодняшний день. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Сложный день ожидается у Скорпиона, поэтому не стоит что-то предпринимать без предварительного обдумывания и просмотра. Вам могут предложить новую работу, но давать положительный ответ не торопитесь. Во вторник предстоит немало похлопотать и позаботиться о детях. Если Скорпион затеял переезд на другую квартиру, то необходимо привлечь к этому процессу родственников и друзей. Берегите нервную систему и чаще делайте перерыв на отдых. Гороскоп «Дом» на сегодня. Важную роль в отношениях может играть гармония в сексе, к которой вы окажетесь очень чувствительны. Цементировать ваши отношения будет также совместная забота о детях. Чаще общайтесь с детьми, иначе вы можете не заметить многого из того, что с ними происходит. А это неблагоприятно для вашего же будущего, ведь наше будущее – это наши дети. Личный гороскоп на сегодня. День связан с обидами, иллюзиями. Если вас будут мучить разочарования во всем, то поищите причину этого в себе. Может, вы слишком требовательны к окружающим? Не давите своим авторитетом на подчиненных, не разговаривайте на повышенных тонах с членами семьи, детьми. Рекомендуется дипломатический подход к решению всех вопросов.
уважайте интересы каждого человека. Во вторник для Стрельца день складывается неплохо. Правда, в это время вам потребуется терпение, поскольку добиться нужных результатов быстро едва ли удастся. Если же вы не станете торопиться, то непременно получите то, к чему стремитесь. Вторая половина дня будет удачной и плодотворной. Это подходящее время для решения важных вопросов, в первую очередь, связанных с финансами. Не исключены знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцы сегодня смогут попробовать свои силы в таких профессиональных областях, как туризм, культура, журналистика, образование. Даже если что-то с утра у вас не будет получаться, не отчаивайтесь, просто соберитесь с мыслями, сосредоточьтесь на поставленной задаче, и вы обязательно найдете решение. Этот день крайне благоприятен для зарубежных поездок и контактов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Гороскоп не советует Стрельцу влезать в авантюрные предприятия, а также рисковать деньгами. В противном случае вы останетесь без копейки и в корне испортите свои отношения с любимым человеком. С начальством ведите себя тактично и сдержанно, а дальние поездки отмените. Если Стрелец назначит важную встречу с деловым партнером, то опаздывать на нее и в коем случае нельзя. Гороскоп «Дом» на сегодня. Жизненный потенциал Стрельцов находится на невысоком уровне, что не позволит Стрельцам проявлять свои таланты и способности достаточно активно и динамично. Звезды указывают на необходимость полноценного отдыха. Личный гороскоп на сегодня. Расположение планет по-прежнему неблагоприятно. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или ложные обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами. Во вторник для Козерога непростой день. Не приходится рассчитывать на удачу и легкие победы. Достижение любой цели требует серьезных усилий. Неудивительно, что вы нервничаете и волнуетесь больше, чем обычно. Однако прежде, чем предпринять что-то или принять важное решение, нужно успокоиться, все взвесить и разобраться в ситуации. Действуя под влиянием эмоций, вы рискуете наделать ошибок. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и приятными встречами. Не исключено, что именно в это время перед вами откроются возможности, воспользовавшись которыми, вы добьетесь больших успехов. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. Козерогам в этот день стоит более осторожно и осмотрительно подходить к разработке планов и проектов. Одна единственная ошибка может стоить вам карьеры. Внимательно отнеситесь к покупкам в магазине. Существует риск обмана или приобретения некачественного товара. Возможны серьезные ссоры, а вот шансы на скорое примирение, увы, невысоки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Во вторник Козерог получит неприятное известие от дальних родственников. Постарайтесь не воспринимать все так трагично, как есть на самом деле. Паника и неуверенность в себе могут привести вас в тупик, а также всерьез подорвать нервную систему. Отличный день для командировки за границу, а также подписания контрактов. Вечером Козерог пойдет на свидание с любимым человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем. Личный гороскоп на сегодня. Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким козерогам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания. Во вторник для Водолея благоприятный день, отлично подходящий для общения. Вы хорошо ладите с людьми, поэтому хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Будет возможность навести порядок в делах, решить семейные проблемы, поддержать близкого человека, оказавшегося в сложной ситуации. Появляются новые идеи, касающиеся работы. Вы не боитесь экспериментировать, добиваетесь успехов благодаря творческому подходу в делах. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому. В это же время будет шанс получить полезную информацию. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев.
Все планы водолеев в этот день обязательно исполнятся, несмотря на то, что с утра вас будут поджидать несколько незначительных препятствий. Отношения с начальством, коллегами или деловыми партнерами могут резко измениться в более официальную сторону, так что придется вспоминать о субординации. Вечером вы сможете отдохнуть от строгого официоза и расслабиться в уютной домашней обстановке. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Сегодня Водолея ни в коем случае нельзя брать кредит в банке, а также просить деньги в долг у друзей. Научитесь выкручиваться самостоятельно, даже если финансовая ситуация кажется вам безвыходной. Гороскоп рекомендует Водолею отдыхать на природе. Отдайте предпочтение всему тому, что укрепит физическое и психическое здоровье. Гороскоп «Дом» на сегодня. Любовная сфера может быть запутанной и непонятной даже самим Водолеем. Многие будут зациклены на поиске идеальных взаимоотношений. Не ищите идеала, иначе вы не увидите прекрасных черт и самопожертвования любимого человека, который находится рядом с вами. Личный гороскоп на сегодня. День символизирует пробуждение внутренних духовных сил. Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе, прогулок, путешествий, общения с друзьями. Может случиться так, что сегодня вас ждет встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Если на этот день запланированы важные встречи, неважно личные или деловые, будьте пунктуальны. Опоздание повлечет за собой неприятности. Лучшее время для серьезного разговора с любимым человеком – середина дня. Во вторник для рыб день хоть и непростой, но достаточно плодотворный. Важно ничего не предпринимать в спешке. Изучите ситуацию, взвесьте все за и против, подумайте о том, какие последствия могут иметь ваши поступки, и только после этого начинайте действовать. Дел и забот сегодня будет немало, но не все так важно и срочно, как кажется на первый взгляд. Решение многих вопросов можно отложить. Вы легко находите общий язык с людьми, особенно хорошо ладите с женщинами. Они не только будут надежными помощницами, но и смогут по-настоящему понять вас, а потому дадут хорошие советы. День, когда стоит проявить настойчивость, именно благодаря ей вы сможете достичь тех результатов, к которым стремитесь. Помощникам можно доверять только второстепенные дела. Все важные вопросы вы должны решать самостоятельно. Возможно обострение конкурентной борьбы, будьте готовы защищать свои позиции. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам сегодня могут предложить соблазнительную подработку. Если данный вид заработка вызывает у вас какие-то сомнения, то не торопитесь соглашаться на это предложение. Поход в любое бюджетное учреждение, будь то больница или налоговая инспекция, лучше всего перенести на вторую половину дня. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака рыбы. В этот день рыбы еще раз убедятся в том, что удача их балует время от времени. Финансовое положение наладится благодаря влиятельному лицу. Личная жизнь заиграет яркими красками. Здоровье будет крепким, а настроение великолепным. Единственное, что выбьет рыб из колеи, это срочная работа, на которую их вызовет начальник во вторник. Постарайтесь подойти к ней ответственно. Гороскоп «Дом» на сегодня. Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Избегайте перегрузок нервной системы. Последите за питанием. Оно должно быть легким и сбалансированным по питательным веществам и витаминам. Включите в комплекс утренней гимнастики упражнения для дыхания. Неплохо приобрести домашнее животное. Личный гороскоп на сегодня. Девиз этого дня – не переоценивать свои возможности. Рекомендуется быть терпеливее и скромнее в запросах. В этом случае вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком, добиться своего с меньшими потерями. Обратите внимание на здоровье детей. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч!